Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Значит, версия игры у нас, как обычно, ничего не изменилось. 03.03.16. Пираточку, значит, 03.03.16. Играя через Steam старую версию 13.04, можете скачать в группе все программки, которые требуются для ковыряния модов. В основном Photoshop, программы для записи видео, ссылочка на партнерскую программу, кто создал канал, пишет видео, значит, программы для установки модов и карт. В итоге заходите в группу и в разделе ссылки справа смотрите, кому что нужно, выбирайте. Значит, сегодня поедем мы по полигону по Витиному. Значит, с удовольствием мне один мододел сделал персонально машинку по моей просьбе. Это будет у нас обзорчик на автомобиль Renault Logan. Все считают, что эта машина, конечно, говно. Я считаю, что эта машина вполне адекватная, прочная, надежная, хорошая. Поэтому человек в единственном экземпляре для меня запилил. Спасибо ему огромнейшее за это. Вот. Будем катать, значит, на полигоне Logan. Значит, давайте начнем потихонечку. Вот такой у нас будет Logan. Со звуком я еще тут не поборолся до конца. Заводим его. Ставим на него колесики. И крутил я тут номера. Значит, ставим фаркоп. Мухобойку. Значит, не ставим прицеп. Значит, вот такой у нас получился Logan. Все, салончик. Вася тут у нас сидит. Баранку крутит. Все как надо. Магнитолочка, сиденье. Короче, одним словом, Renault Logan. Значит, свет я тут подправил. Значит. Да. Ну, давайте поедем, наверное. Загрузимся. Ага, не поставил для скринов, наверное, эту штучку, да? Сейчас, подождите, парни, секунду. Настройки. Применить, продолжить, все. Вот так вот мы поедем сейчас грузиться. Так, создадим мы сейчас короткие бревна. И загрузим прицеп. Хоп. И помчимся по полигону. Все считают, что нафиг нужны эти легковые машины. Я не знаю. Я считаю, что надо. Мне нравится. В отпуск ездят в деревню, множество народу, да, в нашу русскую глубинку, скажем так. Почему нет? Ездят. Лично я вот практически с таким же прицепом, наверное, вот столько же на таком же Логане и таскал. Поэтому, в принципе, я и попросил сделать Логан. Так что все вполне адекватно, ребята. Машинка едет, конечно, через реку тут вброд на нем не маханешь, но все адекватно, автомобиль едет по полигону, дрова тащит, привод передний, видите, вот тебе и здрасте, не затащили мы прицеп. Ничего страшного, для этого у нас есть лебедка. Воспользуемся помощью зрительного зала. Есть лебедочка для этого, ребята.
Сейчас мы его втащим. Да потому что он с прицепом. Без прицепа бы он сюда влетел. По-честному доберемся с прицепом, тут, с тросом. Все, best of the best, забрались. Камеру еще в салоне я не пробовал, конечно, на нем запихать, но все-таки. Пытался, кстати, еще ребята микрофон тут настроить, то шел большой фон, не знаю, там настроил, слышно, не слышно сейчас меня, надеюсь, что слышно, посмотрим по записи. Свет, я видите, поставил сзади. Противотуманный фонарь включается сзади. Как положено. Задний ход. Все, отлично. Надо еще вот прописать габариты фары. И сделать синхронизацию света. Ну и звук подправить. Так, в принципе, прям в радость. Автору, кто сделал, огромнейшее спасибо. Просто у меня нет слов. Одни эмоции, скажем так. О, все, засадил, походу. Давайте-ка вылазить отсюда. Вот и все, отличненько. Бро, да? Эх. Поедем через мост. Чтоб нас не унесло же течением. Давай, ходу, ходу, ходу. Все отлично, ребята. Проскочили. Надо скрин же обязательно сделать. Да стой, ты куда ты едешь? Давайте хлопнем такой скрин. Ну, погнали дальше. Можно, в принципе, да, тут. А, ну, можно разгрузить прицеп, да. Скинуть груз. Загрузить, и теперь мы можем. Что делать? А, мы не на пилораме, что-то на лесоповале, мое-мое. Ну слегка. Оп. Подъехали. Можно скинуть груз. У нас всегда теперь будет чем грузиться. Загрузились. И теперь можем тут разгрузились. Ребята, пилораму разобрали. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Логан у нас. Так, давайте отцепим прицеп, наверное.
Отцепим прицеп, пусть он тут валяется, погнали уже дальше без него. Ой-ой-ой. Ну видите, постой-то он вообще отлично чешет тут, то есть прицеп держит. Бак, как и положен на Логане, 55 литров, но в принципе у него расход такой смешной, поэтому можно на этом баке колесить и колесить. Данный мод, ребята, приватный, чисто у меня, поэтому уж не обессудьте, это так, слегонца, скажем, похвастаться заодно и показать, что все-таки моды есть различные в игре. Просто люди сидят и молчат, жмотятся, в одну харю их там катают. Точно так же, как это делаю сейчас я. Ух, я зря сюда поехал-то, ё-моё. Но просто, чтобы посмотреть, какие моды все-таки в спинке присутствуют, даже приватные моды, да? Может, у кого-то появится желание для себя найти, сделать какой-то мод, замутить там, да? Обратиться к какому-нибудь из мододелов персонально, и вот даже у кого есть свой личный транспорт, да, есть средства, да, можете замутить там себе тачку, вот как, например, я это сделал. Ага, вот сюда мы ехали. И все, и мододелом будет плюс, да, чтобы что-то тут, скажем, сделать, денежку заработать за свою работу. Ну и также у вас появится возможность реализовать свои какие-то мечты, там, скажем, да, свое транспортное средство запустить в игру личное. В принципе, у большинства вот обзорчиков там есть свои любимые там или свои приватные моды. Вот увидите, я знаю, у него Приора, например, да, ему ребята делали, кто-то вроде даже не Колян ли ему делал случайно, Джанки мод. Вот я знаю, что вы увидите, по-моему, хотел он очень сильно персонально, и Колян ему сделал данный автомобиль. Ну, я не сделал другой мододел, но тоже я очень рад, счастлив. Еще раз повторюсь, огромное спасибо этому мододелу. Кто сделал, говорить не буду. Пусть это будет тайна, покрытая мраком. Но все-таки сам мододел знает, что это сделал он. И просто огромнейшее ему, просто даже не знаю, просто супер огромнейшее спасибо. У меня просто нет слов, чтобы выразить. Вот так вот, давайте скринчик какой-нибудь шлепнем тут. Ну как же лучше перестать-то, е-мое. Короче, как-то так. Шлепнем, да? Сюда смотри, Вася. Эй. Ух. Вот он я. Вот он я, е-мое. Так, сейчас не будет. Шлепнем такой скрин. Что-нибудь такой. Из-под кустов так ветки такие висят. Ну, прикольно, кстати. Можно салончик попробовать залезть, конечно. Эх, не получится у меня прям куда-то залезть конкретно. Эх, фару залезли. Как мне там попасть там туда? Ёлы-палы. О. О.
Такой вот, ребята, у меня лично приватный мод. По заказу сделанный. Хорошим мододелом. Так что имейте в виду, ребята, все ваши мечты, которые в принципе есть желание, все, ребята, можно все сделать в спинку, и моды, и все что хочешь, было бы желание, были бы возможности, финансы и все остальное. Поэтому дерзайте, у кого есть возможность. Вот такой у нас обзорчик гусеничной техники, ребята, мы походу не дождемся, потому что ребята скидывали тут переписку с Павлом Загребельным, так что про эти гусеницы можно забыть. Там Павел отвечает, что пока он не замутит на консоль все обновления и все там, что надо, в спинке мы никаких обновлений, ребята, не увидим. Так что будем, как всегда, ждать. Хотя в том году еще, по-моему, кто-то там, скажу прям нормальными словами, кто-то там трындел, что в январе 2017 года будет у нас обновление. В итоге, что у нас получается? Болт. Кто-то, значит, получается, кто? Пизда. Приехали. Вот так вот. Бол. Так что, как-то так. Будем все-таки ждать, надеяться. Когда-нибудь, что-нибудь, кто-то сделает. Ребята, в принципе, и так вам гусли на ДТшках сделали нормальные. То есть, как бы, поэтому не сделают официальное обновление. Пофиг, ребята, сделают. Ух ты, японский городовой. Вот я дотрындился-то. Раздолбал новый Логан почти. Вот. То есть кто-нибудь все равно сделает что-нибудь путевое. Я надеюсь, тот, кто делал скрин в группе, у меня выложите там ДТ, по-моему, я не помню какой там. Вот. На него даже обзор был. Он уже год назад там офигенно гонял по спинке. То есть это обновление можно было сделать уже давным-давно. Вот. Надеюсь, хотя бы самому автору станет стыдно за все это пи-пи-пи. Больство. И, может быть, все-таки хотя бы просто сами выкинут трактор, да этот бат чертов. Может быть, хоть что-то у них там сыграет, хотя я думаю, ни хрена там ничего у них там не сыграет. У людей нет совести и не будет, наверное, никогда в жизни. Они только могут трындеть, скажем так. Поэтому будем надеяться на наших мододелов хороших, которые все-таки делают, как говорится, для нас, для народа, для спинтареров. Моды, и слава богу. И тормози, ё-моё. Все, тут мостов-то больше нету. Вот такой, ребята, Логан. Скорость я ему тут не крутил, мотор там, то есть 40 едет и нормально, можно в принципе там и скорости добавить. Ох, я поймал, вот это да, нефиг гонять, нефиг гонять. Надеюсь, со звуком нормально. Ох, я обдал нахрен, вот это ДТП, ядрен батон. Вот это расхлестал тачку. Ядришкина матрешкина. Вот это я. Вот что значит ездить задом наперед, ребята. Но, по крайней мере, приятно посмотреть. Надо где-то нам найти местечко хорошее для скрина. Опять вот.
заткнулись. Все, починимся. Нормально, передний привод. Гребет, едет. Нечего тут. А, во, можно у заправочки прямо щелкнуться. Да? Смотрите, как раз заправочка у нас Мурманск. Надо топ цену реальную поставить на горючку. Кстати, что-то я даже не подумал. Надо нарисовать. То есть вот у нас табличечка такая. Город Мурманск. Все как надо. Даже, по-моему, на бочке у меня там. А это не получится посмотреть. На бочке даже, по-моему, Койл там Мурманск написано. Ну-ка. Ну да. Лукойл Мурманск. Ну. Что я уже давно тут ковырялся в фотошопе. Все никак не мог там сделать. Ну, давайте щелкнемся. Мурманск, так Мурманск. Вот мы тут как раз на заправочке-то и встанем. Встанем на ручничок, чтобы нам таблички эти уберутся, не уберутся. И шлепнем скрин. Куда поехал? Все, ребята, вот на этом я буду заканчивать обзор. Подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. Если со звуком какая-то шляпа, будем стараться там починить. Что там, как. Вот такой приватный у меня, ребята, мод. Хочу со всеми поделиться. Есть такая машинка Renault Logan. Лично у меня пока никто другой еще не сделал. Мне сделал на заказ один замечательный человек, замечательный мододел. Кто говорит, не буду. Вот так вот. Имейте в виду. Поэтому все реализовать в этой жизни можно. Не только моды Spintires, но и в своей жизни. Главное — умение, старание и так далее. Ну и везение, естественно. Не без этого, как бы. Поэтому, ребят, всем удачки, всем везухи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь видео. Всем удачки. Всем пока. С вами был Драйвер 51 Рус.